Всем привет на 254-м стриме. Ну что ж, продолжим проходить I Wanna Kill the Camellia 2. У нас пятый уровень. Пятый этап. Всем привет. Привет, Гоги, Just Observer, Владислав, Задрос, Пека Стайл. Фух, так, что, все по громкости нормально должно быть, да? Я вроде ничего не менял. Привет, мистер X200. И у нас тут Rainbow Miku экран. Ну что ж, посмотрим, как пойдет. Уже пошли сложные уровни, так что не факт, что я даже и сегодня дойду до пятого босса. Не знаю. Посмотрим. Но уж этот экран я должен пройти сегодня, наверное. Ой. Игру тише, да, все-таки сделать? Сделал игру тише. Привет, Резорго. Спасибо, Кибош, привет. Ну, настроение такое, рабочее, знаешь. Очередной уровень в Камилке. Проходим. Это первый стрим по Камелии 2, не считая самого первого, который начинается с прохождения уровня. Все остальные начинались с босса. Да ну, что-то я думал еще чуть придвинуться. Привет, Старос. Ну, начали с прогресса сразу, я до туда не доходил. Ну, конечно, уровень такой кислотный. Да ну. Не знаю, мне прям глаза выжигают, честно скажу. Thank you.
держит, конечно, в напряжении, потому что большое пространство без сейвов. Некомфортно. Ладно, хоть можно остановиться, в принципе, почти в любой момент. Ну, то есть, как бы, меня не гонит экран там, ничего. Да, блин, ну как я... Я даже не попытался пройти. А еще сложнее, когда путь у сложных прыжков. Печальный экран, я вам сразу скажу, я не знаю, насколько меня хватит в него играть, надо бы его пройти. Потому что что-то прям мне сильно некомфортно глазам, жесть. Как будто в гексагон играю. Да ну. Зато смертей почти не добавляется. Я успеваю рестартить в большинстве случаев. Сколько просижу, столько просижу, как бы, ну, у меня как бы, знаешь, как когда тебе нельзя дропать, да, то ты уже не задумываешься, сколько ты тут будешь сидеть, ты просто пытаешься пройти и все. Все равно, сколько я тут буду сидеть, хоть 27 часов. Причем не только дропать нельзя, но нельзя и медленно проходить. Не, да какое, да нет, РНГ это для слабых. Да, музыка, многие высказываются, что типа она не очень здесь, на этом уровне. Законная, но для слабых. Я же не сказал, что она незаконная.
что ж такое? Как об это яблочко можно умереть? Ну, если б так, Владислав, если б так. Гитлер слабый, что ли? В этом плане, да, Гоги. Я сейчас даже это говорю без шуток. Я тебе сейчас говорю, это без шутки и без пеки. В этом плане слабый. Ну как бы у него просто, ну как бы тут есть нюанс, у него немножко другая цель. Он проходит все подряд там айваны, которые там никому не нужны, да, и как бы он их там собирает статистику, поэтому, так скажем, у него благая цель, да. И как бы чтобы ему не засиживаться по 15 часов на одной игре, да. А я же не так, я-то играю в игру, которую я хочу пройти, как бы, ну. Как бы хорошая игра, да, которую хочу пройти, она типа качественной считается. Ну зачем мне такое? Как бы у Гизера есть оправдание, да? Ему надо побыстрее все это пройти. У него цель пройти 1600 игру, у меня цель пройти одну игру. Есть разница? Есть разница. Это блин, спасибо. Да что ж такое? Ну... Чемпионка перед лицом вечности. Вспоминаются сейчас сразу те деньки, когда в Боше там я 10-й мир проходил 3 стрима. Давно я не проходил уровни в какой-то игре больше, чем там в стрим. Да, дропнул стрим на уровне. И может быть сегодня тоже.
Да ну. Ну это же легко. Ой, там, там ворота. Да не, это легкий момент, удаляйте, это легкий момент. Привет, Прим. Дойти только до туда. Ну, я сейчас забафлил, очень глупо, очень глупо. Я там не с краю прыгнул, ну, короче, ну, реально, очень глупо смерть. Я думал, знаете, в чем будет проблема? Я думал, проблема будет в том, что мне не будут давать прыжок после платформы. Ну, там типа бывает, я пока даже так и не разобрался точно с механикой платформ. Иногда, типа, бывает такое, что не дают, типа, прыжок после платформы. А здесь дают. Либо мне повезло. Если всегда дают, то как бы вообще изи. Если мне просто повезло, тогда не изи, и мне просто повезло. И не хз, когда повезет еще раз. Ну, как бы... Вафли же не отменяются, да? Ну, честно, я не вижу в этом большой сложности все равно. Ну, и конечно, не прям изи-изи, да, момент, но не хардкор. Ну, именно вот это. Я не знаю, что там дальше, но именно это не хардкор прям. Нафиг, зачем я торопился? Зачем? Надо просто остановиться и нормально пройти дурацкие ворота, ну... Ну я же говорю, платформы легкие, платформы легкие. А там сейф впереди я видел. И все? И это сейф уже? А чё говорили 7 часов? А чё говорили 7 часов это проходить? Или там дальше, типа, на 7 часов? Первый, это то есть там дальше, да, на 7 часов, я понятно. Зорган, что ты не понимаешь? Что значит ты не понимаешь? Это ты там вон свой зорганизл проходишь. А как ты можешь не понимать, почему у меня проблема? Если я в шипы почти не играл. Ну и вообще, как бы опыта намного меньше. Ну что значит ты не понимаешь? У меня уровень игры платформинга в Тайване ниже, и что? Так удивляешься? Ну, серьезно, меня удивляет твое удивление постоянно. Или удивление еще там кого-то. Которые там, пипец там, про в платформерах айванах именно, да? И удивляется, когда кто-то другой играет хуже них. Ну, это очень глупо.
то, что ты, ну это глупо, опять смерть. Можно бегать на метровку медленнее, чем за 10 секунд. Привет, Михаил. Просто берешь, ногами перебираешь быстро и все. Ничего сложного. Да блин. Не знаю, по-моему, мне на прошлом стриме говорили, что до первого сейва 7 часов идти. Ну или типа кто-то там шел. Да что ж ты делаешь-то? Почему никто не сказал? Ну это можно было сказать, серьезно. Что можно сохраниться до шипов. Ну я, в принципе, так и так бы уже дошел. Ну, как бы, ну, это можно было сказать. Это как бы, ну, лол. Ну, ладно, ладно, не суть. Что, почему соль? Ты можешь объяснить, что такое соль? Ну, в смысле, в контексте. Ну, понимаешь, это сервер, во многих моментах защита у сейва стоит, что нельзя прострелить издалека. Очень редко, когда так можно издалека сохраниться. Ой, что-то я... Храню-ка я лучше нормально, а то, блин, падать каждый раз. Неудовольствие стримера, соль? Что? Как это вообще связано? Как это вообще связано, это чушь? Thank you.
это я не считаю спойлером. Это как раз таки нормально было. Спойлер — это если там какой-то шип вылетает и меня убивает. Это вот спойлер, ну такой, да. А как бы то, что можно сохраниться, по-моему, это ни разу не спойлер. Да как там прыгать-то сейчас, я пока не разобрался. Соль — это подсчет. Почему, я не понимаю. Можете мне смысл объяснить? Почему? Не просто факт, что вот это означает вот это, а почему? Должна быть какая-то логика во всем. Это мем, а нам это зачем нести, если это нифига даже не смешно, по крайней мере, ну непонятно же. Надо только понятное как бы заимствовать, а это какая-то чушь, по-моему. Лол. Всего-то? И это 7 часов? До слез и плачешь солеными слезами. Не, а у Стинки там это тарелка со жратвой, это же овсянка. Я так понимаю, это как-то с Салгрином связано. Нет, ну серьезно, мне не кажется, что я это буду 7 часов проходить. Вот сейчас 20:57 на таймере. Допустим, я тут уже 7 минут, да, значит 20:50 я пришел сюда. Да ладно. Ну да, сейчас я не пройду за 5 минут, но не 7 часов. Я не верю, что я сегодня не пройду этот экран. Ну, честно, что-то я не верю. И если там окажется, что варп реально фейковый, то это был как раз-таки именно спойлер, который не хотел видеть. Чё перестал эти ворота перепрыгивать?
позже нажимать второй прыжок, что-то я боюсь слишком. И повыше чуть-чуть. 4 фрейма, наверное. А, теперь опять попозже. Пройти. Да что, ну как на этом-то умирать? Ну на этом-то не надо умирать вообще. Это как там стейк на косточке. Серьезно что ли? Ты меня убивать начнешь теперь будешь? Ссылками с памяти. Не, ну Г-прыжок там может быть потроллит на самом деле Гоги. И по-любому я на последних шипах тоже сольюсь. Хотя бы разочек, ну это прям для солидности надо. Прыжок вообще неловкий. Лол. Прям какой-то тоненький, я бы сказал. Слишком маленький делаю прыжок. Там прям надо вплотную к потолку подпрыгнуть, но не задеть потолок. Это очень тонкий момент. Не, по-моему, этот отрезок проще, чем первый, потому что тут нет платформ дурацких. Ну, единственное, что вот только Г-прыжок тоже меня не радует. Он и там был Г-прыжок, и тут Г-прыжок. Мне он никогда не нравился ни в любых играх. В любых айванах. Делаешь.
не может быть, чтобы я г-прыжок не смог 7 часов сделать. Или даже 3 часа. Ну, я что-то в этом как-то сомневаюсь. Да ладно, ну серьезно, что ли? Ну и там после г-прыжка какой-то легкий там прыжок тоже. Да что-то чушь какая-то. А уж если пойти тренить в эту в G-Tool там или RNG, да, то мне кажется вообще какая-то чушь. А остальные это какие? Два гейта? Я про остальные экраны не говорю, речь шла про Rainbow Miku экраны, не про остальные экраны. Может ты завафлил боги, но я говорю, для солидности хотя бы разок на них надо завафлить. А то как-то не очень. Ты на них Гоги забафлил? А чё это он у меня выключен? А, потому что, ну я понял. Надо пройти эту фигню. Да... Чуть не упал. Привет, Эпсилон. То есть хочешь сказать, я с новой клавиатуры буду играть хуже в Гоги? Да ж как туда прыгнуть? Что за фигня, я не понимаю. Большие-то тоже надо делать стабильно. Можно, конечно, две клавиатуры подключить.
Хорош на это умирает. Забей в сервер, лучше не знать. Лучше не знать, поверь. Прыжок, для которого нужно что там 3 или 4 шифта в правильной последовательности нажать. Да как? Ну как? Я не понимаю. Зачем надо было обязательно делать зеленые ядовитые текстуры? Ну сделали бы, да хоть стандартные даже, каевские там какие-нибудь, да хоть черные. Ну блин. Ну фиг на этот Logitech, как бы. Не, ну трехфреймовых, как бы, я думаю, трехфреймовые на любой клавиатуре легко сделать. А вот двух. Плохо пытаешься. Как может случайно получиться один вместо трех? Это, ну, как бы, лол. Совершенно разные прыжки. У меня моментальное нажатие на клавишу это 3.
зачем? Я хочу нормальную клавиатуру купить уже. Зачем мне покупать какую-то непонятную клавиатуру, на которой еще хз там, как сделать эти прыжки? Надо уже купить так, ну, нормальную сразу. Как бы я уже могу за 3000 купить. Зачем мне за 250 рублей предлагать еще бушную? Да ну, сейчас явно был не допрыг, но, блин, тяжело. Как я не люблю г-прыжки, пипец. Хотите, чтобы я не прошел игру или мучился на каком-то моменте? Поставьте туда г-прыжков побольше. Не, ну механику, наверное, все-таки перебор, это там 1012 надо. Ну откуда мне столько возьмется? Это если на СК2 ТВ подписчики будут переподписываться, тогда накопится со временем. Ну не знаю насчет норм, как бы, конечно, хорошо, если двухкадровые прыжки, типа, да, без проблем делаются, но я бы еще хотел бы однокадровые уметь делать тоже. Чтобы, например, плейн вниз без отмены делать. А количество времени, сколько клавиатуре лет, вообще не имеет никакого значения, Гоги. Раньше вообще были только механические клавиатуры и чё. Как бы... Время тут... Технологии особо не ушли вперед у клавиатур. Наоборот, даже деградировали в некотором плане. Нет, раньше были только механические. Мембраны потом уже изобрели. Привет, Генлар. Что не так? Ну,
корни Рогенлаш, объясни, как пропрыгать Г-прыжок. Как? Объясни. Какой корнер? Я бы уже раз 20 не смог сделать. Единственный Г-прыжок. Но говорю же, раз 20 ты ходил. Ты не слышал все, что я говорил? Я говорю, раз 20 ты ходил, как его пройти, подсказывает. Но я не знаю, потому что. Ну это какая-то ерунда. Я уже вроде очень тоненько прыгал, прям под потолочек там. Я и сейчас боюсь. Что? Привет, Серж. Привет, Волкан. Короче, никто не знает, как проходит этот прыжок. Точнее, все знают, но молчат. Ну вроде я с самого краешка прыгаю. Ты же ушел. Так ты либо уходи, либо здесь оставайся. Что ты пишешь, что ты ушел, и потом что-то продолжаешь писать? И что это такое? Thank you.
никакого даблгейта. Тут такого вроде нет. Хорош об этом умирать. А, по левую, ну то есть, ну я понял. Но я сейчас спрошу, какая это, типа скажешь, она или нет. Тогда я генлаш не играю в оригинальную Red Bull Mew. Что, мало хороших айванов, что ли? Ты все хорошие айваны прошел? Я не пойму или что. Стене. Так я же, ну блин, если я до нее дотронусь, я упаду вниз. Я не могу до нее дотронуться, ну то есть я же упаду потом вниз тогда. Я не брал никакой специальной онлайн. Привет, фастпапе. А, я случайно его взял, я упал, потому что... Блин, точно? Подожди, не-не-не-не. Не, я не брал никакой онлайн. Где, какой я онлайн взял? Я никакого не брал, по-моему. Единственное, что я случайно вниз свалился, а потом... по-моему, я... Ну, тем самым я случайно взял... Ну, ближайший онлайн, да? То, ну я случайно его взял, походу, да. Ну, который вот прям подо мной. Прям подо мной, который. Привет, Зеро. Но тот прыжок наверху, я вам скажу, что я могу еще не разу выплыть. Там тоненькое место все-таки такое. Ну, надо встать в это маленькое расстояние. Ну, то есть я абсолютно не удивлюсь, если я там еще раз умру. И даже еще. Такое нормальное там место. Ну,
Кстати, не успел, в смысле, Зеро, все, халява закончилась. Теперь уровни — это тоже испытание. Все, забудь про быстрое прохождение уровней. Уровни — это тоже испытание. Вероятность пропрыгнуть как этот, как Double Diamond, по-моему, ниже намного. Хватит спамить, блин, пиши одним сообщением. Ну, хорош писать одно слово на одно сообщение, мне же неудобно читать так. Маленький прыжочек сделал, что аж не нажал. 0-0 фреймов, короче. Ну, обсервер проходил бы. У меня уже был опыт прохождения Double Diamond с первой попытки. Короче, легкий прыжок на самом деле оказался. Надо просто талайн брать и не падать, и все. Сейчас быстро пройдем.
Да чтоб сервер не дропнул Камиле вторую, ну что ты добиваешься, я не понимаю. Ну, чё такое бафта-то, ну... Не, ну два долбодама, это, конечно, испугали бы меня, но просто их так, ну, я бы об этом бы знал бы до запуска игры, понимаешь, как бы, я бы не стал бы ее просто играть. Я знаю, что Double Diamond в Камиле 3 встречается, но вроде только один, и там сейвы прям до и после, типа, ну, короче, я не особо его боюсь уже. Сейчас забафлеил, да. Не допрыг. Первый прыжочек неловкий получился. Не, ну как бы, конечно, я, может, погорячился сказать, что он изи, да? Он, конечно, не изи, но я пройду. Блин, сейчас о потолок ударился. Боже, Double Diamond? Нет. Где-нибудь там за стеной? Заходит на место Double Diamond в К3? Ну да, это, по-моему, четвертый уровень. Или третий, по-моему, четвертый. Так что да. Ну я-то не из тех. Чего в 11-м мире? А, ну это все-таки не Double Diamond. Ну, блин, сравнил. Я потолок-то бьюсь, ну лол, попал. Почему Посейдон? Как можно об этом умирать? Привет, сна.
у нас тут Г-прыжок. И да, это тот самый экран, до которого я дошел на прошлом стриме. Я все еще его прохожу, это вот первый сейф, который я взял. Ну вот, ответил на твой вопрос. Это тот экран, на котором закончился прошлый стрим, но только вот я один сейф взял. Привет, Хэндмен. Слабый, да, упоролся. О, ёбру, конечно, Снап-то знает, да, какой там гейт, конечно, по-любому, наизусть К2 знает. Я думаю, что он первый раз смотрит эту игру. Привет, Айкор. Это сейчас вообще какая-то непонятно, что начал делать. Привет, Теркил. Да, я прошел гейзера. 10 часов на него ушло. Ну, мы дойдем и увидим, какой следующий босс. Ну, я, к сожалению, уже знаю, но давайте не будем это обсуждать, пока не дойду до него. Ну, скажем так, я догадываюсь на 100%. Как я его? Сейчас вроде хорошо прыгнул, почему я не допрыгнул? Согласен с Эгенлажем. Ну, я же попросил не обсуждать босса, да? Ну, как бы... Снап.
знаешь, за предположением следует подтверждение от других участников чата. К тому же предположение может оказаться верным. И, ну, вообще, то есть, а кто-то, может, даже не предполагал там, да? Ну как бы, зачем, лол? Предположения очень часто бывают спойлерами, потому что кое-кто просто очень хорошо догадываться умеет. А кто-то другой даже не задумывался и, ну, как бы, и не предполагал ничего. Снапы-таки валик. Часов, да, 7 часов прошло, час. Не, ну как бы я же ничего, ну я же не виноват, что оно прошлось не за 7 часов и даже не за 3. И никакого РМЖ не надо. Вот и Лаш говорит: ой, без РМЖ ты не пройдешь этот экран. Ну серьезно, я же как бы вообще, хотя я даже далеко не про там, да. Ну, как бы, что-то вы совсем меня недооцениваете, по-моему. Ну, лол. Ой, ну хотя бы сейчас это, глаза не... Это нормально, здесь такое все по цветам. Is I wanna be the Unknown, усиленный экран. Привет, FaceGen. Момент вообще непонятно. А как здесь трехфреймовым проходится? Или ну в смысле по обычному? Ну, маленьким, типа, просто прыжком, да? Нет, физика как раз не меняется. Физика как раз на месте остается. Ну, поверь, лучше. Вот я чувствую, что моим глазам намного сейчас просто облегчение. Глазам огромное облегчение. Привет, Эльзорга. Какую тактику? Какую гифку? Спасибо, Йобург, спасибо. Это очень неожиданно. Да, привет, Декстер, прошел. Ну и что, у меня на это ушло где-то меньше 2 часов, на весь экран. А на вторую часть час. А, вертикально и направо вторым. Ну, Гоги затащил. Ну,
Ну, блин, Игенлаш, как бы я могу и отвернуться, там, в чатик только смотреть. Это ж тебе страдает все-таки. Да блин, почему у меня с первого раза получилось? Да ну. Я не помню такой гифки Резорга, лол. Резорга, кинь ее еще раз. Я не помню, какая такая гифка. Сейчас какой-то прыжок там стрёмный. Короче, вчера сидел я, так, делать было нечего. Решил, думаю, а дай-ка я попробую полковника в Камиле 3 попроходить. Ну, у меня же там ломанный сейв, да, я, ну, вы знаете. Вот. И что вы думаете, я за час 40% эвиденса прошел. По-моему, он переоценен слишком. Как бы хз, я, конечно, понимаю, что там даже, типа, посложнее моменты, но за час... Они там слишком едкие, фаспап. Здесь мягкие цвета, а там слишком едкие. Ну 40% не 100, но это час. Это же не 200 часов, и не 100, и не 40. Даже не 10. Ну как бы, ну лол. Я что-то не верю, что там остальные 60% на 199 часов. Это как эта гифка вообще? Ну, то есть, я даже не мог представить, что мне надо эту гифку вспомнить. Лол. Да, первую Камилю я прошел. Да, прошел, старец. Ну, понимаешь, Декстер, я туда за час 5 раз дошел. До фазы с семенами. Ну, правда, я умирал все время от пыли, но уже семена успевали на экране появиться. 5 раз за час, ну, не знаю. Рандом, не рандом. Ну, понятно, что рандом, но все-таки. Ну такие, ну после пыли идут. Там вначале такая пыль летает, ну типа пиксели, а потом такие штучки продолговатые, которые типа резко, потом медленно, потом опять резко. Привет, типа. Вот сейф. Короче, за час 40 до грибочков дошел. Ну, такой результат, я знаю, плохой, наверное. Я очень долго тупил на белых шариках. Не понимал, как их проходить. И что тебе выпало, Декстер? Что тебе выпало?
ты корнер не сделал? Всех боссов, да, нет, Роксола. Ты преувеличиваешь. Ну, у меня, как бы основное, это у меня, я как бы сайбер прохожу, потому что мне сайбер очень нравится. Я там дошел до фазы, где... Ну, вот типа там через пару секунд началась бы направленная атака от этих вот крутящихся штук. Ну, секунд через три там где-то. Если бы я еще жил. Правда, до туда я дошел один раз. А, ты корнер сделал, а потом, ну, я понял. Ну, скоро в Эйденс будешь уже это... орать. Какая-то глупая смерть, Пьяма, ну, она очень какая-то тупая и нечеткая. Я не понимаю. То есть я не чувствую, когда он умрет, когда нет. Почему-то. А, какой дурацкий момент. Типок, ты прошел, да? Второго босса. Да ладно. Ну так же нельзя. А почему оттуда можно? Умер на последнем рынке кубики. То есть ты убил, по сути, босса, прошел АВ-дэнс и просто умер на платформинге. Обидно. Хэзэ, тут сосейвиться нельзя. 5, 6 и 9 на кубе не хочешь? Ой, девятка выпала, ну понятно. Да ну не так же, ну. Ну ничего, потом еще на рандоме что-то. Такой уж босс. Считай, что ничья. Босс-то мертв. А блин, а почему ты мне это говоришь? Он пишет мне там куда-нибудь в личку.
такой вопрос на стриме не решаю. Тем более через тебя. Да, я считаю, что нужно девятки затренить. Просто нужно девятки просто затренить. Хотя бы, чтобы там... Да блин, а как это пройти? Опять этот дурацкий прыжок? Я так задеваю. Тут упрыгнуло нужно. Или опять через второй прыжок? Не, в личку, в смысле, ВКонтакте. Блин, я не знаю, я боюсь это прыгать. Второй прыжок. А, я забыл, как второй-то там? Гифка уже ушла? Блин. А как второму-то там надо? То есть там надо в падении, что ли, вот так? Ну, у меня-то не могу двух фреймов. Так что ли надо было, да, сделать? Типа, оп. Блин, то есть я вот так стою и оп, да. Оп. Ну я не могу однофреймовые, я не могу даже двухфреймовые делать. Хрен знает, короче, этот прыжок мне станет тяжелым. Могу здесь застрять на очень долгое время, на 9 часов. А не на мику это и ваши. Ну отмену, ну забейте, нет. Не, ну отмена это какой-то... Я же отмену даже плохо делаю. Ну, то есть... Вероятность, что я сделаю отмену, довольно низкая. То есть, смотрите. Раз, не получилось. Два, не получилось. Три, не получилось. Четыре, не получилось. С пятой попытки. Да, мембранка, причем плохая мембранка, судя по всему. Потому что я не могу даже двухфреймовые делать. Ну, плохая, я имею в виду именно плохая с точки зрения iOne. Печатать она неудобно. Печатать удобно. Майкрософтовская клавиатура, она так хорошая. Но вот для таких штук она негодная вообще. Нет, это была отмена. Это была отмена. Нет, нет. Блин, как ты путаешь. Ну я держал кнопку. Я держал кнопку и прыгнул низко. Как ты думаешь, это была отмена или нет? Вот это вот не отмена. Вот это отмена.
не все, типа, вот у пророка мембранная, но он делает даже однофрейм. Но у него Razer. Ну вот попытался с отменой, но не вышла отмена. Через нумпад, ну чё, я читер что ли какой-то, давайте нормально подходить. Сейчас еще вас предложит, я знаю. Или Зорга придет, скажет, делать через вас. Я делаю по вашей тактике, то есть я в падении делаю второй прыжок направо, но что-то я как бы даже вижу, что эта траектория, она никогда не сработает. Она никогда не сработает, она же вообще неправильная. По-моему, рисунок был неправильный. Вот так вот, у Razer'а есть более дешевые модели, мембранные. Привет, Мистик Шэдо. Отмены им там, нампады. Будет фестиваль. Так, лол. И, ну, по сути, да, вторым прыжком, да, вроде прыжком. Да, вторым прыжком, но не так, как нарисовала Белиенко. Совершенно не так. Как бы возвратом. Я, наоборот, возвратом прошел. Хочу тренить отмену. Я уже 100 раз говорил, что отмена — это очень хреновая механика, которая меня раздражает на самом деле. Не хочу играть в игры, где нужно делать отмену прыжка. Я хочу прыгать, а не отменять прыжок. Там типа можно... А.
Ну, Just Observer с нормальной клавиатурой, я думаю, это не очень сложно. Но, по крайней мере, ты просто понимаешь, что тебе нужно очень быстро нажать кнопочку. А там тебе нужно вот так вот это делать. И зачем? Я не понимаю. По-моему, этот гейт не очень сложен. Ну, то есть, ну, как бы, да, есть какая-то сложность, но прям вы так говорите, будто это сложнее, чем предыдущий экран, например, там, или Rainbow Miku, да лол. Ну, по-моему, нет. Понятно, что сейчас помучаюсь, да, но... Нет, ну они напрягают, я не спорю, они напрягают. Они, наверное, только гейзера не напрягают. Ну, тем, что тебе нужно тайминговый нажать кнопку в нужный момент. Стало получаться, вначале же нормально шло. Видимо, перестал перемикивать. Не, ну сегодня прогресс уже есть, уже хорошо, мы продвинулись по 5-му уровню. Я как-то до босса не особо рассчитывал дойти, если честно. Ну как бы до босса дойти, до программа максимум уже, да? Программа минимум была пройти Rainbow Miku. Ну вот, но программа максимум это такое, это сложное занятие. То есть это то, что хотелось бы, но такое тяжело, вряд ли. Привет, РНГ. Да, кстати, я посчитал, когда заканчиваются 100 дней моего прохождения. Это 3 апреля 2016 года. То есть мне нужно пройти Камелию 2 до 3 апреля.
как это вызвать-то? А как это вызвать-то, ну? И не умереть. Айпок, ты вроде мне говорил, что типок. Фашист понял, Декстер, что можно говорить, что нет. По-моему, лучше всех. Так мне их никто и не заспойлерил, я же их уже увидел. Я же говорю, он как раз понял, что нужно говорить. Я уже это понял, ну, в смысле, что они падают, они меня затроллили. А он подсказал, как сделать, чтобы не затроллили. Изначально был трансвит, то есть турок. Ну, с учетом, что ты и по западным стримам ходишь, то писать ник трансвитом, конечно, не лучшая идея. Если даже мой ник мне уже высказывали, что типа, ой, сложно читать. Западная. По-моему, BBF вроде жаловался. Ну, тоже как бы, блин, транслитный это вообще. Понятно, в ту дырочку надо, да? Где шипы улетели. Ну видите, даже с подсказкой все равно. Ну да, только интересно, как бы, ну, как они это воспринимают, то есть фашист, да? Ну, как бы. С точки зрения английского языка это же непонятно. Типа Bosch ST. Ну как я знаю. ST это может быть как типа окончание слова first, типа первый. Фух, сейф. Ловушки пошли.
Там прыгнуть что ли надо? Забавно. Ну, начинаем. А, автосейв. Ура. Из I wanna visit diary. Мне еще это напомнило из Time Machine первый. Да, что вроде отвратительный сейф, вроде недалеко. У них обычные блоки, ну, разница небольшая. Ну вот эти быстрые, конечно, азазас. Блин, ну я не могу никак так попасть. Ну чё я лол. Удачу пытаюсь проскочить, потому что что-то я как-то не могу пока сообразить. Ну блин, это сейчас вафля. Ну почти на удачу. Ну вот это сейчас вообще как-то глупо было. Ну тут любая смерть там почти глупая, ну кроме этой. И кроме этой. И этой. Ну... Хорош. Какой-то good level дизайн подводный. It's farming time. Да, я понял уже про сейв. Сейчас уже пытаюсь не рандомить. Но пока так все такое. Просто я не пытаюсь не рандомить вот эти, где тройные крутятся. А где двойные, я не могу за ними следить. Ну лол. Привет, Индивис. Да вот, всякая жесть, как она есть. Пятый уровень. Все еще.
администратор. Просто микри. Че, надолго застрял туда, походу? Ну, блин. Че-то я уже потянулся за кнопкой рестарта, хотя еще даже не умер. Ну почему грязь? Как видишь, что-то пока вообще не идет. Потому что после сейва-то они начинают всегда одинаково, то есть после рестарта. Я еще даже ни разу об верхнее яблочко не умер. Ну, об верхний круг. Я никак не могу словить тайминг, когда нужно выпрыгивать. Что такое? Потому что прыжок и стрельба на одну кнопку. А прыгать здесь кнопка вверх, мне будет неудобно, наверное. Мы сейчас попробуем. Ну да, прыгать кнопка вверх мне тут будет очень неудобно. Ну, потому что это какая-то... Сейчас я в верхней вроде умер яблочко. Я пока не могу никакие тайминги заучить, кроме вот первого.
есть. Они рандомные, ни хрена себе. Я хотел уже вниз, а потом понял, что там я не прохожу. Нифига себе там, я вам скажу, нормально. Ну, что-то я сейчас слишком рано. У меня такое чувство, что я этот экран где-то проходил. Почему-то. Хотя не именно такое, но что-то было очень похоже. Прям вот не покидает ощущение, что я такие тайминги уже ловил где-то. Вот такие тоже что-то круглое в воде. Крутилось. Блин, не могу вспомнить. Но точно я Дейли эту не проходил. Привет, Крамсал. Может, приснилось? Ну, может. А может, дежавю, банально. Нет, у меня кажется, ощущение от... Ну, в руках. То есть, что я проходил именно. Ну не знаю, ладно, забейте, бывают заскоки. Ну опять, я никак не могу поймать. Теперь это яблочко. Я на это яблочко-то вообще не смотрю. Есть. I wanna be the pif. О, я помню, мне Гоги кидал скриншот с этого экрана. Давно, еще до прохождения моего начала.
спеши радоваться? Как это не спеши радоваться? Я взял сейв. Почему я не должен радоваться? Я уже радуюсь, потому что это прогресс. Как бы неважно, дальше сложный экран или нет. Так что как бы... Я и так сегодня прошел дофига сложных экранов, как бы я уже рад. Очень сильно. Шабуршавы? Не, вряд ли. Не может быть. Где? Он в К2 до сюда не доходил, и эту игру отдельно, я думаю, вряд ли он доходил. Зато это банальные шипики, где нет никакого особого затраивания, ну такое, ну там что-то сдвигается, но это фигня. То есть просто шипы, микрим, короче. Ну какой неприятный прыжок. Нет, не пользуюсь РНГ. Ёлк, ты сейчас лопну. Не, ну, Снап, ты там это, живи. Да, все, я знаю ваши эти 7 часов, я больше вам не верю. Да, во сколько? 22, там, 20, да, я дошел до сюда. Два-три часа, но значит мы скорее всего на этом экране закончим сегодняшний стрим. А именно на этом сейве? А, там руки-то прыжок. Да. Ну тогда это печально. Как его проходить, рассказывается? Падением, я так понимаю, нельзя, да? Там нужно обязательно прыгнуть, что ли? Падение в 7 или 8 фреймов. Бомкнуть в дырку между первым и вторым шипом. Ни хрена себе бомкнуть. Бомкнуть это смерть.
Не, ну Фастапи, ну ты просто посмотри на этот экран, как бы тут, в принципе, знаешь, есть чему дезморалить, как бы, да. Это довольно жесткий, шипастый уровень. Блин, там надо встать на какую-то фигню, это жесть. Ну вот, перед вторым сейвом там, типа, сверху трешипа, снизу трешипа, именно вот в такой рамочке, как бы, да, вот с падением. Это вот ракетов прыжок. Ракето это ник человека, который делает тайваны там некоторые. Я так понимаю, наверное, он первым этот прыжок придумал, и поэтому назвали в его честь. Вряд ли. Ну то есть такое как. Любой может нарандомить, но. А, так FIFA это его игра, да? Да, B6, ну это Декстер, ну смотри, RZ это, ну ты знаешь, в Камиле 3 там несколько экранов есть, в конце третьего уровня. Проходится. Не, вот здесь я верю, что я просижу долго. Здесь я действительно верю, потому что здесь шипастые сложные прыжки. А там вы какая-то была фигня, и вы писали, что я буду там 9 часов сидеть. Ну, как видите, не случилось. А здесь я, в общем-то, верю, да. Ну, по крайней мере, в 2-3 часа там точно, как бы. Именно до первого сейва. Ну, кто же знал? Ну, Рукито — это ник чувака, автора игр. Вот это все, вот это ее пив. Экран, из которой здесь. Правило. Ну, да.
должна была не стараться, за что... Нет, Абеленков, чаще всего раздражаешь ты, но я тебе честно скажу. И я... вот, меня раздражает, когда на каких-то вот западных стримах, например, у того же Стинки, да, вот у него горит, да, ну там что-то не получается, он прям уже горит, да, и кто-то ржет над ним, ну типа, ну это же забавно, да, со стороны смотреть, и за это, ну, там, не знаю, банят, либо тайм-аутят, ну, чё, ну как может быть настолько тролли неустойчивым? Ну, то есть, как бы, если ты идешь стримить, значит, готовься, что над твоими неудачами будут смеяться. Да, не у них это вообще почти у всех, по-моему. Ну, не у всех, но я у нескольких точно видел. Это бред вообще. Вижу двоих заигноренных. Ну да, снап такое. Ну, Just Observer, ты неустойчивый к троллингу, я помню. Ты меня месяцев на 5, на 6, по-моему, в игнор добавил. Ну, как бы да, ну не просто, ну лол. Все равно, как бы. Я понимаю, что никаких требований нет, но просто как бы все равно надо. Ну, так сказать, правила хорошего тона, что ли, ну я не знаю. Зорга, как бы, да, это глупость, конечно. Ну, не знаю, обсервер, я не согласен. Ну, у тебя такое мнение, я не согласен. Как бы, стримы это, в первую очередь, веселье. Для чата. Ну, как бы, есть, конечно, грань там между трольством и, ну, может быть, какие, типа, вообще, как бы, надоедать, да? Но все-таки, как бы... Если кто-то именно надоедает и пишет какую-то фигню именно, да, я могу в игнор добавить. Ну, троллинг и фигня — это разные вещи. Сложно сейчас дать определение, что такое фигня, но... Ну, короче, какую-то чушь.
кто мне запретит предъявлять претензии? Снап, да, очень многие жалуются на музыку. На этом уровне. Ну, пока есть. Папе, в смысле? А до этого у меня троллинг был запрещен? Ты о чем? Нет, ты сейчас что-то какую-то фигню написал. Когда у меня был троллинг запрещен? Не выдумывай, пожалуйста. Не, ну единственное, что вот когда в ситуации с ББФ, да, вот то, что Резорка говорит, как бы тут, возможно, что все-таки Резорка переборщил, знаете, из-за чего? Потому что одно дело, когда я вот сейчас прохожу просто Камиле, например, да, и умираю на каком-нибудь там шипе, да, ну, окей, это неудача, можно поржать там, да, вот. Но у него все-таки был серьезный забег на мировой рекорд, и, ну, там действительно можно расстроиться, есть из-за чего расстраиваться. Да? Действительно. Вот. Ну, то есть я бы не стал тоже там ничего такого писать. Не, Фаспапе, ты упарываешься. Нету понятия официально разрешен. Официально просто не запрещен. Этот прыжок я его, наверное, так и не научусь делать. На иконку плеера Light Elo, я не знаю такой. Я умер от падения, в которое там исчезают блоки.
какая траектория прыжка до второго прыжка? Траектория прыжка до второго прыжка. Ну, вы поняли. Самое лучшее. Тут прям такой потненький, да, экранчик, конечно. Да, еще возвращаясь к теме по поводу тролль-устойчивости и так далее, да, вот Just Observer, ты говоришь, типа, ну, стример ничего, ни, ну, как бы ничего не должен, да, а, ну, типа, никаких там, ну, как бы, как хочет, так и стримит, но он-то не должен, но если он не будет тролль-устойчивый, то значит он очень много нервов потратит на стримы, вот и все, как бы. Так сидишь себе спокойно, просто играешь, не принимая сообщения в чате близко слишком. Вряд ли, Снап, вряд ли. Нет, я не про этот прыжок говорил, блин. Тот-то понятно в целом, как делать, там просто надо рассчитать силу прыжка. Ну, наверное. Я не знаю. Ну, как бы я могу себе сказать, а другие не знаю. Это же я же не могу себя на месте почувствовать, каково это другие. Может, тяжело кому-то. Правую диагональку. А я не знаю, я почему-то сразу понял, что шип не заденет.
ничего не завезли. Нет, не понял. Я падал там, вот мышку не видно. Вот я здесь уже падал. Здесь все про это. Причем я давно до туда дошел и не могу повторить. Веселуха, да? Вчера картофель до 5 уровня дошел. Кетректе. Вообще нормас. Быстро последний босса пробежал 4 уровня. Ты будешь проходить его на гитре? Да ну дурацкий прыжок вот этот вот, ну жесть. Я думаю, руки то не настолько дурацкие, как этот. Почти только US это инициалы. Ну,
Наверное, я сегодня не возьму этот сейф. Ну что я натворил? Я встал туда возле маленького шипика и нажал влево, по-моему, или вправо. Ну, короче, какую-то фигню нажал. Нормальное объяснение, а почему ты говоришь, что нет объяснения? Тоже объяснение. Зато получился довольно-таки уникальный ник. Может, пора это того самого? Ну, типа там дропчик. Почему снап вообще, я не понял. Какой интересный вопрос. Может, даже вопрос не дошел. А, из ники наоборот. Я понял. Я еще даже до меня не дошло, что это ник наоборот. А, нельзя вроде сменить ник. Нет, дошел вопрос. Я ответил. Не, нельзя сменить ник, отвечу.
угрозы. Наверное, хватит. Что-то у меня вебка съехала, да, немного. Что-то я подустал уже, честно говоря. В принципе, 3 часа уже сижу. Уникальный контент, да, ну. Не, ну потные уровни, конечно, пошли такие потные. Ну давайте еще, короче, один раз я пропрыгиваю второй прыжок и все. Пошли в кооп. Ну, надо отдохнуть немного, а попозже пойдем. Ок, не пошли. Ну, короче, один раз еще выполню второй прыжок. Попозже отдохну, время-то дофига еще, ну по крайней мере у меня, я не знаю как там вообще у тебя, ты там по ночам играешь, я хз. Все. В общем, спасибо всем, что сидели, смотрели. Заходите еще. Следующий стрим по Камиле. Внезапно завтра. Да, вот это поворот. Все. Всем пока.